Фармадол. Таблетки від головного болю. Потому что сейчас российские элиты будут некоторое время находиться в страхе. Но со временем этот страх начнет развеиваться, и все таки начнут успокаиваться, что типа все уже, все нормально. И для того, чтобы этот... И начнут считать, что царь ослабел, размяк и так далее. К царю, как я сказал, ни в коем случае нельзя допустить такого мнения о себе. И поэтому, как только вот начнется вот такие разговорчики, начнут, что ну вроде Путин успокоился, да вроде он что-то вот уже так это самое понял, что перегнул палку, что так нельзя. И ему в этот момент, когда он услышит что-то такое, ему, естественно, доложат о таких разговорах, ему будет остро необходимо принести еще одно жертвоприношение, чтобы в элитах не было мысли, что он ослаб и он обмяк. Принесет еще кого-то из своих там, значит, ритуально принесут жертву, не знаю, там взорвут, утопят или что, я не знаю, что сделают, отравят, застрелят. А потом нужно будет еще одно, а потом еще и еще. То есть остановить этот процесс уже нельзя, потому что если его остановить, то это значит показать себя слабым. Это значит показать, что Путина можно скинуть. А если продолжить и вот убивать этих самых приближенных, то это приведет к тому, что в элите действительно начнут появляться заговоры. Потому что единственное, что может подвигнуть на заговор России, представителя российской элиты, это непосредственная угроза своей жизни. То есть даже отъем собственности он может проглотить. Но вот если будет знать, что его вот сейчас придут убивать, ну вот тогда он начнет суетиться, тогда он начнет пытаться думать что-то, ну по крайней мере начнет переглядываться с такими же, как он сам, ища у них поддержки. Путин это прекрасно понимает, что не я один такой умный это вижу. Все это понимают, все это видят, и паранойя российского президента, я уверен, будет в этой связи нарастать. Она будет увеличиваться. Потому что он, конечно... Сейчас я даже не знаю, чего он будет больше бояться. Нарастание страха и безнадёги, ощущение безнадёги в рядах его приближенных, или ощущение того, что он слаб и уже ни на что не способен в рядах все той же элиты. Мы не знаем этого, что Путина будет сильнее беспокоить. Но сейчас уже можно понять, что между Владимиром Путиным и его элитой не пробежала кошка, а... Появились первые признаки серьезного недопонимания. Не хочет элита жить в постоянном страхе. Понимаете, эти люди, они в принципе как шли по трупам наверх, расталкивали других локтями, жертвовали самым ценным, что у них есть, для достижения финансового благополучия и для достижения некоторого статуса и, собственно, той самой безопасности, ради которой в России делается почти все. То есть ради того, чтобы ощущать себя, не подверженным каким-то внешним рискам, то есть там тюрьмы или насилия какого-то или еще чего-то такого. И вот сейчас выясняется, что все эти их усилия были напрасными, и что их в любой момент, каждого из них, могут, как Пригожина, там в небе сбить. И даже не важно, договаривался ты с Путиным о чем-то или нет, потому что еще одна, конечно, проблема Путина, довольно серьезная после этой всей истории, это то, что публично данные им гарантии безопасности Пригожину не были соблюдены. То есть Путин убил, сначала погарантировал публично человеку безопасность, а потом взял его и убил. Причем довольно быстро убил, не спустя там несколько лет, а вот сразу. И показательно убил, чтобы всем было видно, что это он. Конечно, это тоже сильно напрягло российских элитариев. Они теперь понимают, что с Путиным договариваться вообще ни о чем нельзя. А раньше, кстати, было можно. Потому что раньше считалось в рядах российской элиты, что Путин, вот если ты его не кидаешь, то он тебя тоже не кинет. И он будет соблюдать свое слово. А сейчас они увидели, что нет, не будет соблюдать на своего слова. И это то, что касается российской элиты. Еще один важный момент, еще одно важное следствие того, что произошло, это... Серьезное падение уровня доверия и уровня поддержки Владимира Путина в российской армии и в простом народе. Откуда я это беру? Не по результатам соцопросов, потому что, естественно, во-первых, верить нельзя, во-вторых, у меня нет возможности проводить соцопросы. Я делаю такой вывод на основе чтения фашистских Z-каналов в Телеграме и комментариев к этим каналам. Что там пишут? Пишут, что это предательство, что Путин совершил предательство по отношению к Пригожину, что это, цитата, подлый удар в спину, что это, цитата, нарушение публично данной клятвы. И про гарантии безопасности все еще вспоминают, говорят, как же так, Путин же дал гарантию, он же ему гарантировал. Не надо было гарантировать, пишут, не надо было, если ты не уверен, если хочешь ему отомстить,
скажи, что потом сочтемся или что-нибудь такое. Ну, не надо обещать было. А Путин пообещал, а потом нарушил обещание. И для тех людей, которые вот пасутся на, так сказать, Z-фашистских телеграм-каналах, для них это очень болезненная история. И они делают вывод следующий, что раз Владимир Путин пошел на нарушение договоренности с человеком, которого они считают самым талантливым в России полководцем, самым эффективным, по крайней мере, полководцем. Потому что в России других-то полководцев, по сути дела, и не было. То есть Пригожин — это единственный человек, который сделал себе хоть какое-то имя в качестве руководителя воинского подразделения на этой войне. Все остальные прославились либо отступлениями, либо перегруппировками, либо непростыми решениями, либо чем-то там еще из этой серии. А Пригожин, ну, по сути дела, единственный, кто там сумел захватить ценой огромных потерь, но все-таки захватить Бахмут. Так вот, и теперь эти Z, все чуваки говорят, боже мой, как же так? То есть Путин не хочет побеждать, Путин хочет проиграть эту войну. Путин готов пожертвовать, не готов, а уже просто пожертвовал самым успешным полководцем ради достижения своих каких-то политических целей. То есть вот эти политические маневры, сохранение власти, все понимают, что это стало для Путина гораздо более важным, чем, собственно, фронт и победа. И из-за этого боевой дух простых вот этих солдат и офицеров нижнего звена и даже, наверное, некоторых генералов очень сильно снижается. Они видят, что то, что они делают, Путину, в общем, нафиг не нужно, и он не ценит их труд, а самого успешного из них он просто отправил на мясо. Это, конечно, им не нравится. Путин, благодаря вот этому действию своему, из-за всей этой истории, безусловно, просто начал терять популярность в рядах Z-сообщества, Z — это этой общественности. Надо сказать, что эти люди довольно важную функцию управляют в российском государстве сейчас. Они являются очень важной подпоркой для пропаганды. Они сами не являются пропагандой, потому что пропагандистские основные функции все-таки несет телевизор, но они являются вот пропагандой для самого активного сегмента общества, провоенного сегмента. И вы знаете, я так думаю, эти товарищи реально очень пылкие, яркие, страстные, и у них от любви до ненависти всегда один шаг. Это вот посмотрите на историю Гиркина, который сначала там чуть ли не молился на Путина и говорил, ура, наконец-то началась война, как хорошо, поскорее бы, значит, там уничтожить Украину и всякое такое. А потом начал обзывать Путина самыми некрасивыми словами, и не только самого Путина, но и окружение Путина, и вообще стал одним из самых страстных, ярких критиков российской власти. Пригожин тот же самый тоже, он же тоже начинал с словословий в адрес Путина и Герасимова, закончил конфликтом с Генштабом, конфликтом с Министерством обороны, конфликтом, кстати, с чеченским, с кадыровскими подразделениями и с самим Кадыровым. Помните, у них там был серьезный наезд, там какие-то его на стрелку вызывали подручные Кадырова и говорят, что мы тебя типа объясним, если ты что-то не понял. Он говорит, ну давайте приезжайте, Пригожин сказал, я вам сам объясню. В общем, у них там тоже был очень серьезный конфликт. Ну и с Путиным конфликт, естественно, тоже. Все-таки никто Путину так откровенно вызов не бросал за последние 20 лет, никто мятежей против него не устраивал. Поэтому, да, вот эти вот Z-общественность, она очень такая ранимая, я бы сказал, в плане соблюдения всяких договоренностей и приверженности ведению дальнейших боевых действий. Путин их, значит, веру их подорвал, предал и уничтожил. И, знаете, я думаю, их настроение вот этих Z-каналов и Z этой общественности, оно реально очень сильно передается и в войска, и в заряженную часть российского общества, профашистскую часть российского общества. Поэтому, если в обозримой перспективе сейчас российская армия потерпит хотя бы одно крупное, заметное, давайте так скажем, поражение на фронте, да, то обязательно возникнут новые бунты на фронте среди российских солдат. И это говорю не я, это говорят сами вагнеровцы, которые следят за ситуацией на фронте очень пристально, надо сказать. И мне кажется, они еще не считают себя полностью списанными со счетов, хотя сейчас огромное количество средств массовой информации выходит заголовками, что Вагнер прекратил существование, Вагнер уничтожен. Может быть, в старом своем виде да, но я не думаю, что довольно большая группа хорошо вооруженных людей может просто оп и исчезнуть. Они во что-то перельются, во что-то выльются, и будет какая-то инкарнация новой этой организации. Ну так вот, канал вагнеровцев, смотрите, что пишут. Мне кажется, очень интересно. До гибели Пригожина было такое чувство, что ситуация сгустилась до предела, как это было перед маршем справедливости.
Однако тогда итоги марша разрядили ситуацию. Сейчас же убийство вагнеров, имеется в виду Пригожина, Уткина и же с ними, ситуацию напрягло до предела. Поэтому все, кто близок к фронту, сейчас понимают и знают очень многое. Мы просто пытаемся не шокировать народ, не желая взрыва. То есть имеется в виду, что у них много информации о том, что ну, кругом предательство, кругом зрада и кругом все очень плохо. И они единственные вот из последних сил хранят это в секрете, не высказывают все, что они знают, чтобы не допустить взрыва. Но имеется в виду подспудно, да имплицитно, что мы все-таки можем это все рассказать, и тогда будет взрыв, и тогда держите, как говорится, меня семеро. Дальше читаю канал этот, и он пишет. Рано или поздно, если срочно не изменить ситуацию на фронте, она взорвется. Главное, чтобы поздно не было, хотя каждый день уже поздно, потому что каждый день из-за самодуров гибнет большое количество, а больше наших бойцов, чем даже при ведении интенсивного, но нормально подготовленного боя. Конец цитаты. То есть вагнеровцы уже прям прямым текстом пишут, что ситуация вот-вот выльется в мятеж, в новый бунт на фронте. Типа российское руководство вообще ничего не делает, всем на все ему наплевать, и поэтому обязательно произойдет какой-то мятеж, какой-то новый взрыв и бунт. Я думаю, что в общем эта ситуация действительно близка к тому, что ну, к реальной. Подписывайся на канал Радио НВ ось тут.